от Воронежа, от Южной Руси, северной. Но они у нас немножечко в сыром виде. Просим нас простить. Дело в том, что эти две песни, они по сюжету перекликаются. Там есть общая основа, но написаны эти два духовных стиха с разных точек зрения. Первый духовный стих будет такого апокрифического свойства, то есть это произведение средневековое, может быть, даже кто-то из вас слышал о Богосфере, вечный жид его называют. И вот почему он был наказан, почему он вечно живет, раскрывается в этой песне. Но именно как она показана в Евангелии. На самом деле у этого духовного стиха известен автор, написан он православным полякам. В Польше есть такие области, где издавна православие. Зовут его Хрисант Сакович. И это очень длинная поэма, состоит из более 20 таких стихотворных блоков, где описываются, собственно, евангельские события, вспоминаемые в Страстную неделю. Кто из вас увлекается фольклором, следит, вы, возможно, слышали от Димы Парамонова начало этой поэмы. У него она представлена как песня Новосибирской области. В пятницу страстную все должны молчать о крестовых муках, крестных вспоминать. Вот. А у нас обнаружился, соответственно, блок уже какой-то там пониже, и мы представим именно его. Не все слова помню. Как с улыбкой злобной
тяжелейший крест приказал Израиль Богу гору вниз. Как упал Спаситель под своим крестом, не нашел участия воинок никто. В это время с поля земледелец шел, и кресту с любовью тихо подошел. Этот земледелец, труженик святой, Симон Киринейский, с радостью, с любовью Симон крест понес, а за ним через силы тихо шел Христос. От креста крестьянин имя носишь ты, возлюбишь Христов крест крайней нищеты. Крест Христу посветит темный разум твой, и в часы ненастья душе покой. Ты забудь.